сегодня у нас... Вот мы приехали на Слюс, опять вот сделали они новую сеть. Брат Сергей привез парновую сетку. Вот, сейчас буду спускаться. Сделали мотню очень длинную такую. До его старой сети ни вода в ней. Не-не, Сергей, стой, пускай он первый возьмет. Ну, не надо, говорили, что его переплывать надо, он нам меньше воздуха. Там глубина. Ты будешь это, тебе сложно будет, а он высокий. Ты пойдешь прямо туда, вот что ли надо? А? Да не-не-не, пешком перейдете. Его, Владимир Юрьевич, перейдешь. Ладно, ладно, не умеете хоть. Подожди, Сергей, подожди маленько. Стой, стой. А? Бросай камеру, раздевайся, раздевай, хватит. Ну конечно, сейчас ты наговоришь ерундой. Там же надо будет идти, там плыть-то зачем? Давай, тащи, на тот берег. Но мне было по горло, когда я спускался, по горло. Здесь или там? Да, держи вот так вот. Давай, вот так, поверни вниз. Да, вот так, вот так. Ага. Так. Бери матюк. Начинаешь, а мы первый раз спускались здесь. Там. Матюк, ты же на плотке. Почему такие? Я не пойму. Такое простое дело. Тащи. Давай с Богом. Ну, вдвоем надо, Володя, бросай камеру, вдвоем он тяжелый. Давай, перехватывай. Сергей предлагает вдвоем идти надо. А? Он говорит, тяжелый, вдвоем надо. Да ладно, вы думаете, тащи. Втроем. Только свет. Только еще свет. Уже сразу. Вот это, поплывки вверх, поплывки, не-не-не, поплывки наоборот бери, ту брось. Так, вот так вот. Этот кактус тут оказался не кстати вообще. Все, потихоньку давай. Он имел в виду, что Владимир это Юрий, что он вы выше эти, чем Сергей. Вам бы полегче было там идти. Переходить. Дело в том, что мне в воде не было. Не держи его, старайся, чтобы она ослабила, слабину давала. Вы сейчас идите, в жопу, это сейчас, подожди. Вам натягивать надо. Не. Щеркой, да как щеркой? Потом вперед и щеркой. Вот это щерка, вот она. Теперь, чтобы она везде доставала то. Идите вперед за ними. Куда идти вперед? В воду куда? В воду?
вот я не слыхал такого еще. Так я думал, по берегу надо идти. Ну какой по берегу, кто же ловит на берегу? Там еще смеетесь. Нормально. Вот это у тебя осталось не стыкало. Отойди маленько ему, да. Сергей, это глянь. У него пустота там, вода, а у тебя под берегом. Иди туда подальше, на коленочке воды нет. Вот так, все, давайте, Сергей. Вот так держи, как он берег. Я как мало берегу. Ты тоже нарочно все это. Видишь, он как делает, он ее поворачивает куда и не с места. Тут уже где идет? Быстренько раздевайся. Сергей, ты слишком туда пойдешь. Сергей, ты по колено дошел. Сюда-то дай ему, тут берег. Вы отпусти его. Он не с места. Никак не ожидал. Такой мужик добрый. Видишь, его валит ветром. Сергей сейчас выйдет вперед, он на месте стоять будет. Надо мотню бы расправить еще. Быстрее, Сергей. Сережа, подожди, тут на одном месте стоит. Ты еще шагу не сделали. Вылазь, Владимир. Там надо мотню расправить. Мог бы расправить ее? Там по грудь всего воды. Вон она, мотня. Ну давай. Вот мы новый невод сделали. Теперь посмотрим, что там есть. Помаленечку. У вас она сильно выгнулась, Володя, к берегу подтягивай. Вот она. Вот, вытаскивают первый, дошли. Новый невод сделали. Ну сколько тут поймали? Это, наверное, центр. Вот они тянут, тянут, потянут. Вытянуть не могут. Все, я такого улова еще не видал. Все, хватит, а? А? Хватит. Хватит. Ой, прям сразу в машину ее грузить. Это ведра, ви! Так, ты знаешь, еще машину гони, все, что есть сюда. Обкупнися. И машину гони. Давай ведра. Машина должна быть. Подбери там, что вокруг есть. Давай. Жарь. Бегом. А тебе не жениться второй раз или 22-й раз. Скелет. Это. Егор. Там мои вещи. Захвати в машину. Карасей быстрее, а то они дохнут. Караси-то. Мои вещи там положи. Так. Так, ведра нету. Нет, он побежал за ведром. Это что-то невероятно. Да как, куда мы ее теперь? Это Сергей, это все время дрындил. Давай, давай эту ванну. Я говорю, что тут придется ехать действительно за ванной. Вот что значит мы шалдата. Поневоле Твардовского вспомнишь. Это мы ее шили
полтора дня. Да в кого полтора? Два? Нет, полтора. Вот весь берег усыпан рыбой. Весь. Как тащили, сколько ее выскакивало. Ого-го-го. Кошелка. Ну тут, конечно, больше сантьяра. Это раз, два. Вот. Что значит мотня большая была? Карася сколько захватили. Не видал еще столько рыбы, чтобы потеряевки было. Рыбы. Ну, она где-то он пытается выскочить. Ну еще, все оправдано. А? В следующий раз надо веревки, и когда они там будут, за них стянуть веревками по берегу. Это невероятно. Ну давайте, каким-то образом оттуда не взять ее, пока не высыпешь. Высыпать надо на траву, вон туда, вон. Вот это перепрокинь рыбку, а туда вывалим. И там татину все убрать надо, где ноги твои. Дальше забрось куда-нибудь он. А тут больше не надо никуда, потому что тут земля. Сергей сейчас машину подгонит. Эта сумочка твоя вообще тут ничего не значит. Да. Придется рубахи, рукава завязывать, довести. А вот так вот все, поднять весь кошель-то. Вот так. Он так и говорил. А кошель не поднять нам. Нам не поднять. Тут больше центера. Сейчас здесь Сережа переоденется и приедет. Что такое? Ведра-то почему не принес? Ведра-то стояли здесь, почему не принес? Сережа убрал машины. Сергей их забрал? Да. Ну сейчас помогайте, вон туда высыпать надо или как, я не знаю. Как с ней поправиться-то? Ты на Рыжковский пруд мы не повезем. Ты что, Володя, шутишь? Не поднять. Нет, я смотрю, как залезть туда. Залезть туда? Да не залезть никак. За тот конец надо. А вот это мы не обдумали. Там надо это завязку. Как на морском. Завязку там надо разрезать и завязать. А завязку-то отнял, и сейчас бы оно все туда и посыпалось. Вот Сергей Павлович подъезжает. Он сколько раз говорил, ванну взять. Я смеюсь, говорю. Это с ведра. Ванну? Какую ванну? Там одежда еще. Ну, тут я не видал такого. А у него вот этот гробик-то нельзя снять сверху? Алло, а вот этот гробик-то нельзя? Я говорил, ванну уберите, не слушайте меня. Он дырявый. Виноват, товарищ Попков. Он говорит, дырявый у него, дырявый. Так дырявый-то как раз и хорошо вода стечет. А там обмоешь. Ну давайте ведра-то, где ведра? Все, можно вот так вот раз и прям в гробик и... Ну давай, показывай как, командуй. Ты что, она тяжелая, не поднимай. Командуй. Тяжелая, да? Ну ведра-то хоть одно, дайте ей хоть одно ведро-то. Что-то Попков совсем окупел. Я такого улова обомлел. Вот Господь благословил как. Даже брать неохота. Охота молиться и стоять. Вот еще. А вода не нужна, Сергей. Не нужна. Мы всю рыбу туда увезем. Да. А что, ты хотел это, на Рыжковске? Ну, конечно. Да нет, там уже хватит. А что туда запускать? Там может есть караси-то. Где? Ну, на Рыжковске. Ну и вот тем более. Давайте здесь. Так, теперь давайте кошель этот, ведра уберите. На чистую траву кошель перекатить туда. И из него тогда выводить из этой мотни. Так, как теперь? Ну все. Давайте потихоньку перекатывайте туда его. Туда надо. Вон где стоит он. Вот эту уберите тину-то. Все, что тина, все везде отбросьте в сторону. А это ее ворочать не надо, прямо переносить надо. И потом туда вытряхнуть. Только в воду-то не бросайте. Мусор-то. Вон туда. Я не. Сергей, ну тут мы вытаскиваем, сюда же бросаешь. Вы то ли совсем. Да пока ну бросать будем. Вон там, где никто не ходит. Так, все, давайте. Только не переворачивайте.
А как? Она не поднимется, Игнатий. Она же не поднимется. Ну давай делай как хочешь. Как не переворачивать? Тут именно надо вот кантовать ее. Это не, ты не бери, так порвете ее, ну. Как-то вот так вот, чтобы. Это тинус только тут, да? Что она, в принципе? Под ногами-то сколько ее? Где-то прорвано или еще? Это и все. Нет, тут ячейки-то крупные для гальяна. Ну что делать? Ну что, вываливать ее надо? Вываливайте. Надо быстрее все это делать. Где она, дыра-то тут? Вот. Так, сторонку туда остальное убирайте. Разворачивай. Вот он заход, да? Вот так, помаленьку открывайте, здесь выбирайте ее. Вываливать ее не надо. Оттягивай, на нее наползать. Значит, оправдала себя это все. Вот оно где. Так надо так и собирать. Да прямо выбирайте, камни только выбирайте. Подойди. У нас не... Егор, выбирай разное все. А эту рыбу складывайте. Тину, конечно, есть. Тину выбрасывайте. Сейчас. Ползучий. На штаны. Так, ну все понятно. Начинай тоже. Привезли рыбу за один раз. Около 10 ведер. Привезли ванну. Караси. Ну, давай, Тарас. Убирает матушка. Вторая ванна, еще кошель не распочатый. Подождите. Да ничего. О, все. Это вот новое. Вот три ведра, два ведра больших карасей, маленьких. Это сорная рыба, вся погибает осенью, зимой. И два по 15 литров. Может их залить вон те караси? Водой. Заполняют две ванны, тазики все. Это все чистить надо. Сейчас успеть еще в баню сходить. Ну ладно. Милостью Божией. Благодарим Бога. Игнатий Тихонович. А? Чтобы они подольше-то это не пропали, то можно залить их холодной водой. Так, что нужно сделать? Водой залейте где-то их, холодной водой. Какие тазики есть? Отдельно ванну сделайте для шланг. Карася. Давай, вот эти вот зальем. Вот выбирает ее. Да, и попробуй не сразу вносить. У меня посуды никакой нет. Вон какой-то тазик стоит, но то тоже, видать, мертвый. Промывать не будет. Надо бы, конечно, промыть. У нас больше та нету ванны ни одной. Сейчас я посмотрю. Сейчас. Все. Вот сегодня дали работу. 13-е. Вот. Матушка сидит тут. В ванне. Нет, это бери. Это вот большое 15-литровое ведро. Караси. И там еще два ведра. И еще три тазика. Тоже карась. Там Сергей Павлович что-то делает. Я тоже хочу помочь. Так, я пришел. Работа мне дай какую-нибудь. Чистить карася? Пожалуйста. Только не на улице, тут мошкара сейчас заедать. Ее пока нету, да? Мошкары нету пока. А? Мы спокойно сидим, мошкары нету пока. Нету, да? Ну будет. Ну будет. Так, это промывали сеть, нет? Нет еще. Нет. Но надо все равно на пруд ехать промывать. А? На пруд ехать промывать надо. Ну да. А что на этом, на отмостке-то рыба сушится? Сушится. Скажи, как ее сушить? Не знает, где сушить. Отмывает, вот она, на отмостке возле дома. А мухи не заплюют ее? Нет.
сейчас она высохнет. Мухи-то наплюют червей, их есть нельзя будет. Ну да. А, она сырая. Так, мне где место? Нож мой. Все, сажусь. Один раз сегодня мы так получилось. 10 ведер примерно по 15 литров. Это 150 килограмм примерно. Зацепили, едва вытащили.